Реалдик, что в этот раз? 4.30. Да. Опять? В смысле опять? На меня вышли какие-то серьезные отморозки. Пизды дали. И сказали найти килограмм за пару дней. Откуда я выстрою этот килограмм, брат? Неплохо. Неплохое начало. Какой нахрен, успокойся! Это пиздец серьезные люди, по ней видно было. Нихуя себе, Вайн. Звонит, я без слов, мне надо двигать стыгать. Какой пирог и сколько там кусков. Мне надо двигать стыгать. Сколько пальцев крутится у висков. Мне надо двигать стыгать. Я отправляю птичек, но без копок. Мне надо двигать стыгать. Я не знаю вас лично, какой дресс-код. Мне надо двигать стыгать. Снял 400 тысяч, залетел дисконт. Мне надо двигать стыгать. Папа серая мышь, какой здесь понт. Мне надо двигать стыгать. Ебануться. Не, бля, однозначно какой-то рывок ебанутый произошел в 2021 году, вот отвечаю. Вот прям точно, вот что вот обсуждали мы, да, вот на трансляции на прошлой, вот прям точно есть, короче, какой-то прям рывок, и это заметно во всем качестве. Будь то видеоряд, будь то, блядь, вайб какой-то артистов. А вроде артисты те же, а совсем другое, совсем другая атмосфера того, что они дают. Нифига себе, прикольная смена локации. Вот это вообще вайбит по банку. Луки разъебал вообще. Охуеть. Нужно, чтобы сдаться, я не про 19, я про 20. Пусть обязан не сорваться, где сухой стол, мокрый став там, чтоб собраться. Чтобы статься молодым, ставим цель на ту крышу. Все это от того, что никогда не был в Париже. Хотя наш Париж я видел еще год назад. Год назад, его сладу, его славу, его славу. Самая валюта упала, день больше, чем упадка. С надеждой санку, вернул наизнанку. Самая валюта упала, если ты упадка. С надеждой санку, вернул наизнанку. Не, ну я не знаю, как бы, типа... Мне
Мне кажется, клип обсуждать вообще смысла нет. Но это очень круто, максимально, насколько возможно. Динамика, сцены, вся вот эта грязь охуенно показана. Причем мельком. То есть настолько атмосфера полностью вот этого беспредела и разъеба, да, происходит, но при этом вот какое-то, какого-то отвращения откровенного не возникает. Забыл я, как клип Салухи еще до этого был, где там тоже какое-то, блядь, чернушное месиво было. Смотрели мы. Вот даже он был менее, так сказать, приятен. Здесь, да, все вот, вот эти вот все смены кадров, начало, сама вот эта вот вся движуха, да, все люди, которые 104-й сделал, охуенно вообще. Все вот эти вот кадры. Я не знаю вас лично, какой дресс-код. Мне надо двигаться, двигаться. Снял 400 тысяч, залетел диско. Прикипел к ним, как из мутей. Вот это и смена. Ёлки-палки. Капите на пол, кратил, кидал бок, как они к нам дышат. Это саундтрек сериала «Шекер». А, все понятно. Это действительно сериал, да? Понятно. Я думаю, ну нихуя себе, что, серьезно, что ли? Вот это все, блядь, вот это все, вот так вот, блядь, просто клип. Ну, короче, в любом случае, это очень круто. Это очень круто. Я хоть и не был фанатом Моргена, но то, какое на самом деле, многого стоит. Респект вам за этот стрим, Флом. Да, спасибо большое. Спасибо, спасибо, ребят. Мне тоже очень понравился стримчанский с Алишером. Было круто. Спасибо, спасибо. Очень благодарен ему, что он пришел как и человек, и как артист. Все получилось. Да, спасибо. Стрим был пиздатый. Давайте теперь прослушаем эту работу. Просто визуал создает дичайшую атмосферу. И это тот случай, когда клип добавляет очень много. То есть это прям... Это очень красиво. Это очень круто. Не слушал же, да, я, получается? Угу. Целиком, Салуки из 104-го. Какие-то вещи мы видели, да? Ну. Какие-то вещи видели. И этот мы видели, по-моему, трек же, да? Мы только клип не видели. Угу, угу, угу. Но целиком не слушали мы. Целиком мы «Стыд и слава» не слушали. Да-да, трек слушали. Трек слушали, слушали, да. Вот, а этот... целиком «Стыд и слава» мы не слушали, да. Клип охуенный, конечно. Безумно. Вообще безумно. Ну-ка, еще раз. Бля, я проебался уже совсем, бля, с этими бесконечными прослушиваниями, бля. Мы слушали, да? Мы слушали целиком весь альбом? Слушали «Стыд и слава»? Душный дед подзабыл. Бля, в натуре пиздец, охуеть. И чё там было? И чё там было? Ничего было по баллам. Да, вот он. Угу. Угу. Бля, лютый, конечно. Нет, как это? Как это, блядь, мне не зашло, если здесь стоит 10 индивидуальность, блядь, 8, 9, структура, рифмы, 9, блядь. Ебать, блядь. Но атмосфера 3 балла у этого стоит, да, целиком. Базару нет. Базар. Бля, с визуалом пиздец, конечно. Пиздец с визуалом. Ёлки-палки, бля, вообще охуеть просто. Сорян, братва, забываю. Просто если бы... Слушали вы на разборах такое количество работ? Все, блядь, работы, да. Плюс, между делом, еще все, что выходит на английском языке.
Ну, не все, но много. Я думаю, вы бы тоже заебывались. Поэтому сорян, сорян, да. Сорян, бля. Склерозный дед, короче, ебудался и подумал, что он это все не слушал и не оценивал, бля. Да, имеется в виду альбом. Совсем забыл. Сорян, братюни. Короче, клип пиздатый. Да, клип пиздатый, клип охуенный. Респект. Очень-очень круто. Да. Да. Слушаем дальше.